К другим темам. В управляющей компании ЛГЖТ отметили профессиональный праздник – День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравить сотрудников управляющей компании пришли депутаты Московской областной думы Дмитрий Дениско и Игорь Каханы, а также представители администрации городского округа, общественники и народные избранники. В самой крупной управляющей компании «Люберец» трудится 700 человек. Ежедневно каждый сотрудник ЛГЖТ вносит свою лепту в создание комфорта для жителей городского округа. Здесь процентов 70 всю свою сознательную жизнь отдали нашему общему празднику, нашему общему делу. Говорят неблагодарны, говорят тяжелые, все правда. Но мы-то знаем, что мы делаем, мы знаем, чего мы добиваемся. День работника ЖКХ отмечается в России каждое третье воскресенье марта. В этом году праздник выпал на 18 число. Поздравить коллективы руководства ЛГЖТ с профессиональным днем пришли почетные гости. Информацию, которую я знаю о компании, я знаю не только и от вас, и от пометки «Скиныч», и от жителей. Я знаю еще от государственной жилищной инспекции, которая все это дело контролирует, которая надзирает. Одна из крупнейших компаний Московской области, и чтобы вот так вела хозяйство, это дорогого стоит. По традиции, лучших сотрудников управляющей компании наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от Московской областной думы, госжилинспекции Подмосковья и местного совета депутатов. Кроме того, два человека удостоились знака отличия главы городского округа Люберцы. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.